активно. Дорогие друзья, «Смак» на Первом канале. У нас в гостях сегодня двукратный чемпион мира, звезда шоу «Ледниковый период» и современного шоу «Лед» и, как говорится, «Пламень» Максим Старицкий. Доброе утро, Максим. Максим, мы рады, что наконец-то вы своим присутствием почтили нас. Что сегодня мы с вами будем готовить? Мы будем готовить салат. Так. С макаронами. Салат с макаронами, так. И? И рыбный суп. И рыбный суп. Друзья, так не начать ли нам прямо сейчас это делать? Что нам нужно, Максим, для того, чтобы готовить и то, и другое? По всей видимости, нам нужно много горячей воды, чтобы в одной емкости готовить суп, во второй варить макароны. Правильно? Абсолютно правильно, да. Я зажигаю сразу и то, и другое. Потому что нужно, чтобы это быстро закипело. Максим, пожалуйста, Максим, хозяйничайте на кухне, у нас в холодильнике присутствует и рыба, и все остальное. Сколько воды нужно для супа? Можно же, да, уже ставить? Воды нет, для супа не надо воду наливать, надо сначала налить туда масло. Все, я понял. Тогда и... я наливаю воду, в которой мы будем варить макароны. Варить макароны. Вода побольше. Ну вот я налью побольше, у нас макароны. Очищенная вода. Максим, прочитайте, пожалуйста. Аквафор. Спасибо огромное. Прекрасно. Спасибо огромное. Вот. Соль? Да, это соль. Сразу будем солить воду, уверен? Да? Максим, как часто удается готовить? Не очень часто, потому что все время в работе, но люблю готовить на самом деле. И поэтому... Это нам особенно приятно. Значит, что у нас? Это у нас креветки это для супа, к этому да? К время еще не подошло. Значит, что мы наливаем масло, вода, да? Мы наливаем масло. Дощечку было бы неплохо. Дощечку я даю. Максим, прошу прощения. Приятно, когда приходит человек и сразу все... Масло оливковое подойдет? Оливковое подойдет. Итак, я наливаю масло, и туда, и здесь будем обжаривать лук, по всей видимости. Да, достаточно густо надо нам масло налить. И вот я сейчас. Так, Максим, даю вам нож, давайте я буду ассистировать. Значит, что мы, одной луковицы хватит нам? Одной луковицы, ну да, в принципе, хватит. Так, значит, как мы нарезаем? Вдоль. О, как интересно. Это, а скажите, что это за рецепт? Откуда это блюдо? На самом деле, не знаю, откуда это блюдо. Дело в том, что когда... Не болгарское это блюдо? Это... Вообще в Болгарии рыба в почете, и ее очень много едят. Иван, у вас это очень неплохо получается. Да, я... Сразу видно, что не первый день. Я в Болгарии был бы королем, как писал Филипп Киркоров в одной из своих автобиографических заметок. Где бы я был королем, называется. Да, это... Что, я могу уже... Режется вдоль для того, чтобы были такие были длинненькие. Да. И что, мы все высыпаем, да? Конечно. Масло, в принципе, наверное, нагрелось уже. А? И тебе надо газ уменьшить. Так, газ я уменьшаю, и сразу... Начинаю это все... Перемешивать, да. Сейчас еще чесночку туда. Чесночок сразу. Вот чесночок, чеснок вот. Здесь. Чеснок. Я убираю просто остаточки. Так, сколько нужно чеснока? Это по вкусу, но я обычно головки две кладу. Зубчик, чеснок, да? Два зубчика, а как-то да. Нужно резать его? Я сейчас порежу. Не, не так. Не так? Вот так? Не, я сейчас хочу порежу. Посмотреть. Нет, научи. Друзья, посмотрите. Максим, вот слушайте, вы также и в тренировках, потому что я... И, клянусь, я разговаривал с вашими партнершами, и все были совершенно поражены вашей невероятной трудоспособностью и умением сконцентрироваться на работе. И вы это демонстрируете здесь, и на кухне. Я имею в виду Алису Гурвинчакову, я имею в виду сестер Арнгольц. Да. Да. И, в конце концов, в этом году, если я не ошибаюсь, поправьте меня, у нас самая юная участница проекта за все время существования – это Лиза Арзамасова, прекрасная актриса. Давайте поаплодируем Лизе, которая сейчас... Я убежден, что сейчас Максим имеет возможность приготовить. Вот, смотрите. Лиза молодец. Лиза... А Лиза, я убежден... Я считаю, что проект это только выиграет от того, что Лиза участвует. Она самая молодая, действительно. Ой-ой. Я был на ее спектакле «Ромео и Джульетта». Она прекрасно играет. Честно могу сказать, что пока Лиза не вышла на сцену, в общем, я не получал определенного удовольствия. Лиза играет Джульетту. А, ну, естественно, идиотский вопрос. Ну, не фра Лоренцо же ей играть, в конце концов, 15 лет. Вот здесь, смотрите. Максим, я, конечно, сегодня... Креативно. Вы редкий гость в каком плане? Редкий гость, вы же гражданин Болгарии. Что характерно. У меня двойное гражданство. Ну, хорошо. Я умудрился одним как бы задом сесть на два стула. Прекрасное умение. Ну, вы же спортсмен. Вот, опять же, когда... кстати, Максим, а не сбивались ли вы ни разу? Ведь болгары, когда говорят «да», они делают вот так, да? Сбивался, но что характерно... Я думаю, что все это знают, и поэтому первый вопрос, который вам все задают. Да, да, да. Но в основном это происходило в России после Болгарии. А, будешь водку, да, и вперед. Да, и я остался еще в водке. Так, так, так. Хорошо. Значит... Просто их уменьшить надо немножечко. Это маленькие... Кто это? Как это... Подозреваю, что это... Осьминожки? Да. Это осьминожки. Маленькие осьминожки. И мы сейчас-то будем прямо сюда же забрасывать, да? Да, да, да. Так, а откуда этот рецепт? Вообще, обычно, конечно, я сначала все готовлю, ну, как в домашних условиях все это, я сначала все готовлю
отдельно все ингредиенты, потом пока... А потом просто по очереди? Ну, так удобнее. А для кого, Максим? Ну, для кого? Можно я помогу? Для друзей? Бывает и для друзей, ну, хотя редко, но в основном для Алгена, конечно, для... Ну, да. Для вот родителей недавно. Прекрасно, прекрасно. Получилось так. Так, я правильно делаю, что я вот так нарезаю, да? Это у нас уже пошли маленькие мини-кальмары, то, что называется, да, или нет? Ну, на гигантские они не тянут, но и... Ну, для кого? Совсем уже мини. Есть люди, для которых они гигантские. Сашка Цикало. На что намекают? Так, поехали. Сашу Цикало видел недавно, я не сильно от него отличаюсь в росте. Нет, ну что вы, Максим, ну зачем же вот так? Иван, сейчас не говорите, что я стою на табуретке. Нет, я стою на... Достаточно. Вот хватит, да? Да. И мы это забрасываем сразу все? Да, только сначала надо рыбу вот. И что, мы срезаем? Надо вот посмотрите, что делать сейчас красиво как. Ну, поаплодируйте, да. Друзья, Максима, посмотрите, как он это делает. Это нам тоже нужно, да? Да, два кусочка хотя бы. Два кусочка рыбы, я попробую. Это с рыбой меня вообще, конечно, познакомил отец Албены. Да. Он чемпион Европы по подводной охоте. Ничего себе. Как мы режем, Максим? Мы режем это просто кубиками кусочками. Просто кубиками кусочками. Так. И он... Я вообще рыбу не ел по элементарной причине, что я ненавижу доставать кости из зубов. Ну да. Ух ты, ё-моё. Аккуратно, аккуратно. Ну, я думаю, достаточно. Не надо больше рыбы? Я думаю, ну, можно еще одну, в принципе. Еще, но, да. Так. Давайте я пока это все дело высыпаю. Да, можно уже по большому счету. Я, вот по большому счету. Делаем. Для того, чтобы чтобы понять, сколько... Ну, очень даже. Потому что... Очень даже. Как так. Раз уже подрумянился лучок. Лук чесноком. Да. Да. Запах потрясающий. И вот рецепт этого супа, это рецепт папы Албены или нет? Нет, это не рецепт папы Албены, это как раз таки. Папа Албены очень любит просто готовить бульон рыбный. Каким чудом у него это получается? Получается очень здорово, вот очень вкусно. Досыпаю? Все, досыпаем, да. Так, и обжариваем, да? И вот в этом масле мы это обжариваем. Ну, товарищи, я никогда так не готовил рыбный суп. Обычно бульоны какие-то. Ну, в принципе, таким же образом готовятся и спагетти с морепродуктами. Да. Кстати сказать, секунду. Вода для спагетти у нас, для фузилли у нас закипает. Да. Так. Распространенная болгарская приправа – это чубрица. Чубрица? Да, ну… Что такое чубрица? Я подозреваю, что это чебрец. Что у нас дальше происходит? Значит, друзья, позвольте мне рассказать, что вместе с Максимом Ставицким мы делаем. А именно, на масле мы обжарили лук, чеснок. После этого мы положили рыбу туда. Рыбу какую? Порезанную рыбу. Кстати, какая это рыба-то была? Это сибас, но также с морским окунем. Сибас, морской окунь, прекрасно. Значит, напополам порезанные маленькие осьминожки, мини-кальмары, порезанные колечками, и мидии, уже вареные, да, такие охлажденные. Да. И это все мы положили в кастрюлю. Вот в кастрюлю это все дало сок и начало потихонечку так как-то схватываться. И вот сейчас... Максим, мы добавляем приправу. Потом говорите, еще досыпем. Так, потом еще, в какой-то момент. Когда еще куркума, перец нет? Сейчас мы сыпем еще черный перец. Черный перец, сейчас. Так. И черного перца. Кать, хватит. Все, все, один раз было, один. Еще вот такого. Нет, против острова я ничего не имею. Вот против, и все. Поэтому... Значит, соль. Перемешиваем. Вот эта соль она. Так. Давайте ее тоже добавим. Так, добавляйте. Так. И что это? Вот в таком... Это... В таком состоянии это должно немножечко так вот зажариться, затушиться. Зажариться, затушиться. Потому что если зажариться... Ну, не, затушиться надо. Затушиться. Точно, да. Потому что это обжаривать все, это другое. Это суп, а не... Все-таки это суп, а не жаркое. Тогда, друзья, у нас морепродукты и рыба у нас тушатся в собственном соку, в масле, в чесноке, в луке и в специях, в рыбной приправе и в черном перце. Закипает вода для макарон, которые мы будем использовать в салате. Максим Ставицкий отдыхает чуть-чуть между тренировками и приготовлением пищи. А у нас, друзья... Короткая реклама, после которой мы вернемся. Вы узнаете, что ризотто в переводе с норвежского означает «смотри, как Ласса коньки наточил». Виталик, ну поверь ты мне, врут они все. Не плясала я голая на столе. Ну платье у меня такое. Иван Сергеевич Тургенев. Где тонко, там рвется. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Максим Ставицкий, которого в Болгарии, если не ошибаюсь, называют Максим Ставицкий. Ставицкий. Ставицкий? Ну, почему-то, когда делали гражданство, мне решили... И кратко перенести в середину фамилии, чтобы она была более похожа на болгарскую, но никакого вот я не замечаю. Ну, скорее польская получилась фамилия. Ну да, она была значит, более польская. Друзья, что у нас происходит? У нас зажарка для супа уже рыба, да, на волокна разобралась. И вот сейчас нам нужно... Да. Максим,
В этом сезоне шоу «Ледниковый период» изменилось. Называется теперь «На лед и пламень». И теперь то, чем вы выделялись среди простых обывателей, а именно коньки. Мы продолжаем выделяться и на полу. Да, теперь вы, как говорится, перешли в совершенно другой, в другую весовую категорию. Вот ответь, пожалуйста, Максим. Это вообще возможно? Первое. И второе, насколько, конечно, это сложно. Понятно, что, наверное, во время подготовки номеров для фигурного катания вы тоже сначала проходите их на полу, но все равно... Ну, не в ледниковом периоде мы проходим. То есть мы обычно там на льду ставили, на льду и дальше продолжали работать. Да. Здесь, конечно, все спортсмены, все фигуристы, у них есть определенные навыки, потому что они занимались и хореографией. Да. То есть какие-то навыки есть. Ну да. Татьяна Навка просто заняла второе место на танцевальном Евровидении. Да, так, Татьяна, целиком бросаем привет. Да, да, целиком. Может, они еще? Все равно может, уменьшатся. Так, ну что, еще парочку я дочищаю. Ну как, в общем, как паркет, Максим? Ну... Паркет – это все очень сложно. Это физически сложно. Здесь уже преимущество не на стороне чемпиона мира. А зачастую, я думаю, Лиза, как? Кто из вас лучше танцует на паркете? Ну, как выяснилось, все-таки я, потому что все-таки у меня подготовка была определенная, у меня очень хороший хореограф был. А Лиза же Лиза еще... все-таки, она столько не танцевала. У нее получается, как я шучу, у нее видно еще, она молодая, у нее хард-диск не забит. И поэтому хард-диск не забит? Много информации она может воспринять, запомнить. И это очень помогает. Ну, вообще, то, что у нее есть хард-диск, это тоже хорошо, потому что большинство 15-летних девушек, конечно, хард-диск нет. Флешки. Флешки. Это... Так, а тут здесь вода очевидно. Включается. Так, друзья, так, пока у нас это все... И пока у нас все, да, это надо засыпать. Аккуратно, это нужно только, засыпать. Это нужно где-то только есть такая штука, при помощи вот этой рукавички. Вот, рукавички мы засыпаем. А мы берем... Я думаю, мы не будем готовить на весь персонал. Ну, все-таки... Раз полупачечки можно смело высыпать. Полупачечки смело высыпаем. Хорош. Ага. Так, и сразу же... Теперь это упорно помешиваем. Сразу же это все размешали, чтобы мы это не слипалось. Накрываем крышечкой, я думаю, чтобы быстрее... Нет, можно, но помешать надо просто все время. А да нет, это не будет слипаться. Нет, ну все, мы это закрываем крышечкой. Это же... Так, что у нас дальше? В принципе, осталось последнее как бы мероприятие. Нам нужно порезать помидор. Вот этот вот крупный какой-нибудь помидор. Все, вода закипела. Вот вода закипела, нос, Максим. Я доливаю. Сколько воды? Лей те. Так, или лей еще, сам. Еще. Мы довольно-таки густо насыпали морепродуктов, поэтому... Нет, это на вкус, если хочешь пожиже, так. Можно... Хватит, наверное, достаточно. Все, вот это суп, да? Это суп, да. А что еще там, кроме... Надо добавить этого? Вот шафрана сюда. Шафран или куркума, да? Ну, вроде то. Технично. Так, закипели наши. Закипели ну, наши. Вам, мне кажется, то есть... Фузили, конечно, после шафран. После этой передачи вас в любой ресторан возьмут как шеф-повара. Нас в любой ресторан, Максим, возьмут. А, кстати, чем вы питаетесь во время тренировок? У нас огромное количество гостей из ледникового периода здесь были. И Костомаров, и Таня Навка, и, естественно, Жулин, с которым, кстати, вы вместе работаете тренером. Что же они сказали? И все по-разному отвечали на вопрос, чем они питаются во время тренировок. Потому что вы все время там находитесь. Уже у вас постоянно идет тренировка. Иван, открою такую тайну. Во время тренировок мы тренируемся, не питаемся. Но секунду. А как же поднимать 15-летнюю актрису на руки, не будучи при этом уверенным в собственных силах? Все-таки я не поверю, что вы тренируетесь и ничем не подкрепляетесь. Поэтому жду, Максим, ответа. Ну, кушать там не приходится особо. То есть вот в этом проблема, потому что абсолютно график питания, он хаотично разбросан по всему дню. Иногда приходится есть поздно ночью, иногда рано утром. То есть это бардак полный. Так. Нужно помидор порезать очень мелко. Очень мелко? Очень мелко. Очень мелко. Как на терке. Как на терке? Да нет, шучу. Вот так, просто раз так. Кубиками? Маленькими, да. Маленькими. Чем мельче, тем лучше. Вот. Я бы сделал вот так. Я бы это сделал все-таки последовательно. Нет, я бы по-другому. Возмельчитель. А вот, Максим, а вы покажите, как это сделали вы, потому что мне кажется, ваша что... Ваша половинка, это моя. Это ваша половинка, это моя. Так многие супруги заезжают в квартиру новую. Так, значит, я... Так, ну, в общем, прекрасно. Нож достаточно острый. Ну, я уже понял. Поэтому, да, поэтому, в принципе, ну, вот так, наверное.
Хотя резать помидоры кубиками... Толпой их соберем как-то. Да, резать помидоры кубиками, это, конечно, вещь неблагодарная. Зато вкусно. То есть помидор, по-моему, болгарский, да? Бычье сердце, как называется. А болгарский это... Болгария очень... А чем славится, кроме перцев? Помидоры вот такие выращивают, очень вкусные. Тоже, да? Большие, здоровые, розовые помидоры. А сколько времени в году вы проводите в Болгарии? Ну, это когда в спорте было очень мало. Ну, узнают ли на улице? Узнают, да. И, конечно, от этого есть и плюсы, и минусы. Плюсы, конечно, это все приятно, но минусы в том, что нужно следить, что ты делаешь, где ты ходишь, в чем ты ходишь, как ты, с кем, ну, следить за своим поведением. То есть нельзя в костюме эльфа выйти на пляж? Можно, но это будет странно. Потому что для меня это так. В костюме снеговика сыграть в регби. Так вот, суп меня научила готовить Албена. Да. Где она нашла этот рецепт, не знаю, но она меня... Мы жили в Америке, она меня кормила этим супом. Рыбным, да? Вот периодически, этим? Да. Очень вкусно, мне нравился. Прекрасно. Вот. А салат мне коллега Саша Журина когда-то научил меня... Такой, так называю. Олег Волгов меня научил. Так, теперь нам могу нужно я, какой-нибудь... Максима, могу я переложить вот в эту? Да. Так, а может быть сразу... Так, высыпаем помидоры. Так, высыпаем помидоры. Да. Так, сейчас, секунду. Вот, 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 все помидоры мы высыпали. Так. Высыпали помидоры. Так. Туда же мы высыпаем. Сейчас, сейчас. Я их помешиваю. Нет, в смысле. Они остывают. Я бы их переложил куда-нибудь, чтобы они быстрее остывали, не в горячей кастрюле. Прекрасно. Сколько нам нужно макарон? По вкусу, в принципе, как ему угодно, я думаю, вот... Вот хватит этого. Я думаю, вполне, ну, можно, можно, в принципе, все положить. Да, можно и все положить. Что нам? Дело такое. Так, Максим. Итого. Тогда, вы знаете, я задавал несколько раз вопрос вашим коллегам шоу «Ледниковый период» и сейчас шоу «Лед и пламень», а кто же лучше всех готовит, и часто ли вы собираетесь вместе? И противоречивые были мнения. Приглашаете ли вы своих коллег, Максим, на ваши знаменитые... Блюда, потому что блюда ваши действительно собираемся хороши. Мы часто вместе. Да. К сожалению, точнее, к сожалению, готовить мы не готовим, потому что иначе какой-то получается, все отдыхают, а ты стоишь за плитой. Это да. То есть вы ходите в рестораны, в кафе, наверное. Поэтому мы ходим в рестораны, в кафе, конечно. Так, у нас остывают макароны. У нас остывают макароны, у нас доварился, я думаю, суп. Уже все готов? Я думаю, да. И что нужно туда добавить теперь? Туда нужно теперь добавить сливки. Сливки. Все-таки. А есть какая-то специальная диета, Максим, которой вы придерживаетесь или там? Конечно. Да? Стараюсь жрать поменьше. Жрать поменьше. Изумительная диета. Твой крестный. Папа, это уже четвертый крестный за неделю. Вот и на маленьком огне мы это делаем. И на маленьком огне до чуть-чуть мы... До закипания. До закипания доводим вот этот вот супчик. Так, я убираю... Ничего. В принципе, макароны у нас уже практически остыли. Так, друзья, у нас Максим Ставицкий уже начинает солить салат. Да, это же салат будет? Это салат будет. Остывать макароны для салата, а суп у нас практически готов. Мы влили сливки, и вот уже практически он закипел. Вот уже, я думаю, что можно накрыть крышкой, даже... минуту дождаться, и он будет готов. Максим, на секунду я вас оставлю. У нас конечно. Короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что гаспачо в переводе с белорусского означает «кастусь, крути вентиль, газ пошел». Дети мои, а куда сесть мне? Ваше Преосвященство, а вон туда, вон к Верке Мадицке, садитесь, вон, рядом с поросенком. Эмиль Золя, проступок аббата Муре. Дорогие друзья, смотрите на первом канале, у нас в гостях сегодня Максим Ставицкий, и мы уже практически приготовили рыбный суп, и будем доделывать салат, да? Мало того, рыбный суп нам осталось только в тарелку положить. Это мы сейчас делаем. Значит, мы берем макароны, перекладываем их к порезанным кубикам помидорам и кукурузе сладкой, да? И заливаем все это дело майонезом. Ой. То есть, как понимаете, блюдо не особо диетическое. Почему? Да. Ну, майонез, а тут есть сюрприз. Ложечка в крышечке. Ложечка в крышечке. Вот если бы у Гоголя в крышечке была такая ложечка, он бы с ней игрался. Так, сколько? Кладите. Раз. Ну, по вкусу, в принципе, но можно еще. Два. И давай три. И три. Три. Я думаю, этого хватит. Вот так вот. Теперь берем. Это дело мы размешиваем. Ложечку. Крышечку. Видите? Оп. Максим, так я уже достаю тарелки-то. Это что же нам ждать-то тогда? Нам лучше... Значит, это тарелочки для салата. Открывали вино. А для супа... Вино? А есть вино? Есть даже болгарское вино. Друзья,
Уж не это ли? Полусладкое, уж это. Я хочу обратить ваше внимание. Максим, в отличие от очень многих халявщиков, которые приходили с пустыми руками и с открытыми ртами и жрали здесь бесплатно. Так вот, Максим пришел не с пустыми руками. Он принес бутылку настоящего, друзья, и это видно по бутылке, болгарского вина. Почему, для чего нужны эти ручки? Правильно я понимаю, что в Болгарии вино носят на шее, как у... Нет? Я просто предполагаю. Я понимаю. А ну, потому что, конечно, форма амфоры. Друзья, Максим, а вас я попрошу... Переложить. А вас я попрошу вот в такие плошечки нам налить супчиком. Поварешечки там, ложечки вот здесь, вилочки вот здесь. А, тунца забыли. Закрываем. Максим! Все вроде готово, но что-то вроде... Но что-то вроде не хватает. Они взять ли нам тунца? Они взять ли нам тунца, да, и где он? Не есть? Послать ли нам гонца? Мне очень хорошо, что ты напомнил. Как говорится, это... как в старой болгарской песне поется... Это тунец? А не выпить ли венца для поднятия тунца? Знаменитая песня. Болгарская. Итак, Максим, меня волнует один вопрос. Вы популярный, известный, легендарный человек Болгарии. Скажите, знает ли кто-нибудь в Болгарии, что в далекой северной... Нет, ну, про меня понятно, нет. Что в далекой северной стране живет огромный человек, который утверждает, что он родом из Болгарии. Я видел, по-моему, была программа... Да, приезжает, его любят там. «Фабрика звезд», и там Филипп Киркоров был в жюри, да? Да, его любят, его знают. Максим, мы берем тунца. Такой, да, мы берем тунца, и, в общем, надо его как-то... Размять. Наверное, мы его разомнем. А можем? Мисочки. А можно прям там размять. Да, блин, лучше мисочки. Так, сколько? Это тунец? А мы еще... Это тунец в собственном соку, да? И не в масле. Да, лучше не в масле, нет. Сколько лучше? Сколько? Ну, хватит, я думаю. Вот так, да? Да, я думаю, достаточно. И просто это разминаем. Опять же, все это делается по вкусу. То есть, кому что больше нравится, мне нравится больше, как тунца. Угу. Ну, это прекрасно. Это, кстати, не так уж и много мы взяли тунца. Да, нормально. Ой, это друзья, это питательный салат. У меня аж прямо челюсти сводит. Ну, есть-то будет только вы, Иван. Как это? Потому как... На диете вы? Тренировка меня ждет через час. Так наоборот, поэтому и поешьте, чтобы Лиза... Когда вы ее подняли... Лиза тоненькая, хрупкая. Кстати, есть... Вот так, правильно, да? Да, можно майонез добавить. Я думаю, что может быть даже... Чуть-чуть можно майонез добавить. Можно еще и тунца. Максим, добавляйте майонез? Угу. Максим, кто главный конкурент ваш? Наш, все. Все конкуренты? В спорте был главный конкурент Роман Костомаров с Навкой. А сейчас... Здесь, слава богу, мы разбили этот порочный дуэт. У нас никогда не портились отношения с ним, мы всегда были друзьями. Ну, знаем мы эту вашу дружбу. Ой, да ладно, серьезно. Да, знаем мы эту вашу дружбу. Коньки о батарею. Ну, это из-за злости к конькам, а не к Это ненависть к правому отоплению, назовем так. Ну, мы привыкли. Так, все. Размяли мы тунца, как говорят опытные молдавские банщики. Поехали. Все, в общем, все у нас получилось. А «Налет и пламень» кто главный конкурент? Ведь понятно. «Налет и пламень» даже еще неизвестно. Ну, хорошо. Кого из своих соперников вы наиболее... выделяете. У кого, действительно, вот на данный момент, потому что все же может измениться, накладываем салатик. Так, значит, сильная пара. Алексей Воробьев, Татьяна Навка. Да. Роман Костомаров. Сати. Сати с Пиваковой. Ой, Казановой, да? Сейчас, Казановой. Сейчас. Владимир Спиваков с Игорем Стравинским. И, наконец, Хаджан Средин с Мусой Джалилем. Свежая пара. Так. Максим, а в этом же году все это еще по национальному признаку разделилось, да? Нет, с кем Агния катается? С Повелсом. С Повелсом Агнес, да. Что характерно. Ну, понятно. Деле, то есть да, это как бы Прибалтика. Да. Есть украинская пара. Украинская пара – это кто? Это Дробязка. Дробязка и Андрей Чернышев. Андрей Чернышев. Все, вот и разобрались. Смотрите, как Максим-то положил. Обратите внимание. Вот это мне, это Максиму. Максиму на тренировку, а мне в столовку. Вы и больше. Дорогой Максим, давайте накладывайте же скорее суп. Вот поварёшечка, вот там. Да. Накладывайте скорее суп. Максим, а можно я попрошу вас сделать вот что? Поскольку вам на тренировку, мне за руль, и мне очень жалко открывать это вино. Заберите его домой. Оно такое красивое. Можно я заберу его домой? Нет, мы его... Знаете, что мы сделаем? Конечно, домой я забирать не могу, ведь это же телевидение. Не знаю, вам принес это вам. И я это бы хотел в музей... В музей программы «СМАК». Поле чудес. Нет, в музей программы «СМАК», который... По совместительству находится у меня рядом с винным холодильником. И, в общем, вот. Так, друзья, рецепт супа. Я буду говорить, вы мне помогаете. Значит, как мы приготовили суп?
Рыбный суп от Максима Ставицкого. В кастрюле наливайте достаточное количество масла. Лучше это было оливковое. Да. В этом масле вы обжариваете лук и чеснок, порезанный долечками. А чеснок очень-очень мелко, да. Лук вдоль, не колечками, а вдоль. После того, как вы это все делаете, вы добавляете туда порезанную смесь из маленьких осьминожков, мини-кальмарчиков, порезанных колечками, креветок, морской коктейль, креветок, рыбки и что мы еще туда добавляли, и мидий. Все это вы какое-то время в специях, в приправе для рыбы и в черном перце, вы это все обжариваете или так тушите, да? Потом заливаете все это водой горячей. Обязательно горячей. Добавляете туда куркуму, шафран, как хотите называть это, шафраном. И это все доводите до кипения. Это варится где-то минут, наверное, 10-15, да, наверное? Да. И после этого вы добавляете туда 100-150 граммов сливок нежирных. И доводите до кипения и выключаете. И получается, Максим, я прошу вас. Первый вы. Ой, а запах? Друзья. Ах, давайте же поаплодируем папе Альбины Денкову. Не, ничего. Как его зовут, папу? Драгу. Драгу. Драгумир. Драгумир. Ибо Драгумир знает. Научил Максима, приучил его к рыбе. А Максим уже сочинил вот этот прекрасный суп. Друзья, аплодисменты, это очень вкусно. Но! У нас же есть еще салат. А салат готовится крайне просто. Отвариваются фузили, сладкая кукуруза. Режется кубиками помидор, добавляется тунец, размятый в собственном соку, и все это мешается с майонезом и пробуется. Ну, это можно жить. Можно жить и не тужить. Тогда и у нас есть вам ответ от нашего спонсора. Дорогой Максим, вам фильтр для очистки воды «Аквафор» с уникальными волокнами «Акварен», которые делают воду кристально чистой. И, конечно, от себя лично, Максим, я хочу пожелать вам с Лизой Арзамасовой добиться победы. Добиться победы, потому что я считаю, что именно ваша пара достойна победы в этом проекте. Я это говорю каждой паре, которая ко мне приходит. Но в этот раз я говорю это особенно. И помните, Максим, что в ваших сильных руках хрупкая 15-летняя надежда нашего кинематографа. Помните, что поклонницы сериала «Папины дочки» могут, если что-нибудь, не дай бог, пойдет не так, найти и велосипедными цепями избить. Друзья, у нас в гостях сегодня, с нами вместе завтракал Максим Ставицкий. Давайте поаплодируем Максиму. Максим, спасибо огромное. До встречи. Я сейчас вернусь, мы будем продолжать завтракать. У нас, друзья, короткая пауза, после которой мы увидимся в новой программе, ну, в следующей программе. И вы узнаете, что «камамбер» в переводе с узбекского означает «разрешите у вас переночевать, товарищ майор».